Всем привет! Продолжаем рисовать. Сегодня мы нарисуем рисунок очень простой. Это будут черные квадратики, перемешка с белыми квадратиками. Этот рисунок будет очень полезен маленьким детям, если у вас есть братишки-сестренки, которым где-то 2 месяца или 1 месяц уже. Вы можете показать им, и они его точно увидят, потому что маленькие ребятишки видят только черный и белый цвет. В общем-то, черный, наверное. Давайте вот нарисуем и попробуйте показать. Очень простой. Давайте, может, побольше. Вот такой вот. Сколько у нас здесь? 6 на 6, да? 3, 6. 6 на 6. Вот такие квадратики сейчас будем рисовать. И потом мелками их закрасим. Вот так вот. 3, 6. 3, 6. Вот смотрите, вот так сейчас нарисуем их. Постараемся нарисовать аккуратные такие квадратики. Вот так вот. 3, 6, 3, 6. Вот такие вот. Вот такие вот квадратики. И сейчас мы их закрасим. Вот так. Смотрите, 5 черных квадратиков будет. Можете нарисовать даже какой-нибудь другой рисунок, но только чтобы он был черно-белый. Какой-нибудь там кружочек или черно-белые полосы. Им тоже будет это очень интересно. Вот такой вот первый квадрат. Можете даже нарисовать несколько и показывать им. Вот так вот, смотрите. Вот так. Один такой рисунок для самых маленьких, и им это очень помогает, то есть они уже видят какие-то интересные детальки, им очень это интересно. Вот так вот, смотрите, вот здесь так и вот так вот. Вот, смотрите, какой простой рисунок у нас получился для малышей. Всем спасибо, ждите новых рисунков. Пока-пока.